Уважаемый налогоплательщик, сегодня у нас важная новость, связанная с социальным фондом России, который присвоил всем компаниям новые регистрационные номера. Wrong number. Hey, hello, wrong number. И узнать их можно уже сейчас. Но давайте без лишней спешки. Есть тонкости, о которых нужно помнить. Для начала, как узнать свой номер? Все просто. Переходите на сайт социального фонда, выбирайте опцию «Узнать регистрационный номер», вводите ваш ННН, КПП и проверочный код. И вот ваш номер как на ладони. Но внимание, пока этот номер можно только рассматривать и записывать в блокнот. Использовать его необходимо не ранее 1 ноября. Для этого дня соцфонд настоятельно рекомендует указывать старый номер, чтобы избежать возможных недоразумений. Как всегда, ссылка на нормативные документы под этим видео. Чтобы быть в курсе всех налоговых новостей и не пропустить важного, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Налоговая балалайка». Там все в срок и по делу, с долей практического юмора. До встречи!